Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Жорж Бертон Скотт, французский художник, военный корреспондент, иллюстратор французского журнала «Иллюстрацион» в начале 20 века. Родился 10 июня 1873 года в Париже. Известен своими картинами, освещающими Балканские войны и Первую мировую войну. Также освещал и иллюстрировал сцены гражданской войны в Испании, начала Второй мировой войны. Одна из его больших работ изображает греческого короля Константина во время Балканских войн. Она вывешена в главном входе в бывший королевский, ныне президентский дворец в Афинах. Работы художника вывешены также в старом здании парламента Эллинов, ныне Национальном историческом музее Афин. Начальное образование получил в Эльзасской школе в Париже, затем изучала живопись в школе изящных искусств под руководством Эдуарда Детайля. Я цитирую Википедию. В качестве иллюстратора сотрудничал с изданиями «Иллюстрацион», дебютировал 19 марта 1892 года. Составил проект униформы французской армии. Проект не был принят министерством, но в 1912 году была опубликована на страницах журнала. Состоял военным корреспондентом при болгарской, затем при греческой армии в ходе Балканской войны. Был принят королем Константином I. С началом Первой мировой войны направлен в качестве военного корреспондента на границу с Эльзасом. 8 августа 1114 года по 16-й год находился при действующей армии, исполнял значительное число жанровых зарисовок, мобилизационных плакатов и афиш армейских театров. Состоял членом жюри конкурса «Мисс Франция» 1936 году. Он проходил. Работал над зарисовками Испанской войны. Офицер почетного легиона. С 12 июля 1909 года был женат на оперной певице Нелли Адель Ани Мартен. Умер в возрасте 69 лет 14 января 1943 года. Ну, вот так вкратце, не очень много информации о Жорже Бертоне Скотте, французском художнике, военном корреспонденте, иллюстратором французского журнала «Иллюстрацион» в начале 20 века. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работы.